Тащи командира. Играйте в командира. А же можно взять одного? Как там ничего? Чё ты говоришь? Говорю, можно же ролить мне будет на кого-то? А на кого ты там хочешь ролить? Ты же фуловые все. Ну, на клерика я фуловая, я на клерика хочу поролить. Ты точно фуловая? Да, ну без багрухи. Ну вот демона она не особо. В роль. Так что сам могли. А что ты на него какую шмотку там имеешь? Чеш? Плачешь ему уже вроде как. Я так вчера себе на руки забрала, все. И где этот? А, ББ. А тебя там крыму не видишь? Вот. У меня тоже такое желание было, но я воздержался. Ну, что делать? Ну, а танков нет, можно расходиться. Да, ни один Митредрик зайти не может. Я нормально, шаману щит дадим, затанчить, чего вы парить съемы? Ищи ретрика. Что, ретрик нужен? БДК тоже нужен. Не могу на ретрик. Это не очень ход. Бери каймадри БДК на официал. Он же не хочет. Ну сейчас же ВРК кто говорил, он ведь? Да, это я говорил. Да, я думал, я офаться буду. Нормально все. Заходи ретриком. Захожу. Думал, я офнулся, оказалось, я не офнулся. Да нет, там планы поменялись. Кемадри, может ты БДКшкой зайдешь? Сейчас тебя не будет. Да все равно кем. Кто надо, зайду. Свет, ты танчишь? Ну, хорошо, что тогда на БДК сейчас зайду. Там заходи на ретика обратно. Я тут ДК летел с РСки в Долоран обратно. Сегодня лобычки были.
до этого в кабу просто. Давайте подходим к боссу, шкаф поставим. Дайте шкаф, тыкаем на сумму. Ты можешь тебе как паладин баф раздать. Все, давай, фулбафим. Дим, принимай сумму. Все, все тут, давайте фулбаф. Ну, бой, дай каски всем. Я кулаки разберу. Туда, нафиг каски бафы. Ну, нафиг, дай каски. Секунду, секунду. Ну, ладно, там каски новое семейство, какой-то АДК пуляйте. Я пристабав еще щелкнуть. Смотри, метки света. Можете пока бафы дать паладины. После приземления следующего дыхания не убило. Череп. Так, ну давайте, кто тут? Акма, снова танчишь. Ретрамблер X первую копию, Энима вторую копию. Сейчас хилы ману отопьют. Прист, Дамьер, дай им на ману. Сейчас. Рыба есть? Есть. Ставь, поставь. Плиз. Поставлю. На трэше не спасет. Если можно поставить. Поставить, спасибо. Так, давайте 10 секунд и будем начинать. Давай, все готовы, так начинай. Перед мордой не стоим. Хули пристава так не нашли, да? Там есть какой-то пристав, он там на С и прист. Тяжко будет. Я там чуть попробую флешками. Хит ли танк в танке на вихре отходить? Когда будет там 34% БДК срезку прожмешь, незыблемость паладин срезку прожмешь, чтобы вас не убило. Один кинул, вызов другой его принял.
Все, прожимайте. Дайте им на хп. Так, забирайте основу кто-то. Аккуратно, не лезьте под морду, печеньку в себе. Заберите копию среда. Паладин или ДК, кто-то заберите. Перед мордой стоять, милики, аккуратно, чтобы вас не вырезало. Ну, танки тут. Водите просто, хилы есть. Просто водите. Хилы там, смотрите аккуратно, чтобы вас доставало по хилу. Странная хуйня, как это происходит. Все, резайте павших, босса не запускайте. Да, сейчас я панель поменяю, у меня, блядь, с ПВП стоит. Ну, блять, зачем спулили босса? Ну, падайте. Не хватит людей. Кто в комнате падает? А, мамку сагрил босса. На его босс сразу пришел на ДК. Пацаны, выпустите. Там кто жив, можете с рейда вы с инста выйтись, успеете. Ну, а тут не хильте, не танчите, просто падайте. Ощутила присутствие их настоящего. Вся только к лучшему. Герои, мне не верить. Встали, полетели, чтобы никто не резать, никто не будет. Че это же толстая попа с огромной. Пускают, вроде можно заходить. Не всех уже убил. Пацаны такие за стенкой стоят, смотрят, как нас вырезают. В комнату не заходите. Перед комнатой будем стоять и бахаться. Держик, стой. Дайте тут рыбу. Ладно, там рыбу можно кушать. Только близко не подходите. Стойте у яиц, блядь. А девушкам что делать? У писюна стоять. Девушкам вон за кустиком прятаться. За этим обгоревшим. Кто за таким кустиком не спрячется? Вот кустик. Это Бьёрн вроде. Так, ладно, давайте тут лубав даем. Лапку интеллект еще дайте. Давайте на позиции становимся. Крест потолока. Короче, будем считать, что все готовы, там кто-то из танков начинайте. Танки, сука, уже тут. Алло, блядь. Что придется прикончить вас? Вот здесь. Че, как танчится? Ну, в смысле, я не танком, а тем, кто раньше ставил. Обратите их в пепел.
Давайте до Берета на ту сторону бежим, пишите вот как-то на квестпек, ТП будет получать. Зайливая мошкара, вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Темы, ну, ты, короче, ставишь темы защиту от сил, от тьмы, ты обычный набор ставишь, там, броня, СПД, хилы на скорость. Так, давайте подходим, чек на ФК, на тактику. А хилы где, кто? Часто, кто есть, кто нет. Резист огнёжа ставит, шаман, который цветов. Так, ну получается первая пати всегда во тьме будет оставаться, остальные все выходим в свет. Во тьме, над фридом там сами разбирайтесь. Танки. Акма танчишь первый, заходишь во тьму, ретрамблер танчишь на второй фазе. И на первой фазе алимов танчишь. Четвертая пати, кроме демона, остается добивать алимов. Демон, заходишь во тьму. Кто диспелит сверху третьего? Микролабик подиспелишь? Да ты шутишь. Тебе надо приставить вес саму. Конфьюрит подиспелишь. Да, на третьей фазе свет. А это самое. Четвертая пати где? Четвертая пати остается добивать големов. После того, как вы добьете, скажу, там зайти надо будет во тьму, потом выйти. Хорошо. Так, хилы. Хазарак и Когурчик в свету, остальные все во тьме. Друиды, Крася, Инар, Хазарак, бомбочка. Второму шаману на Ваим Хере. Конскюрит, зовешь Хазараку, наверное. Так, во тьме диспелит будет или... Ну да, Бёрн, во... нет, стоп. Прист, ДЦ можешь во тьме диспелить? Хорошо, приступ от меня будет диспарить. Святой сказал, что будет нормально так. Давайте вроде все сказал, чек на пол. Так, Каскюри тут. ХП крик не забывать. Так, давайте все готовы, заходим за линию. Акма, начинай. На пулы на Акму даем. Ну видите, печеньки близко не стойте возле Халиона. Мирики там аккуратно, не стойте близко, хризи выноси. Первая фаза хиды диспельки. Так, бежим, падает. Накуливаем трэш на протопала, на энимала. Смотрим в лужу, в рейд, две штуки. Диспельте. Диспельте ПДК на стеночке. Слава, а во тьме его изначально как ставить, куда спиной? Вот так вот заходишь сразу, вот так вот ставишь, как сейчас танчишь, по прямой. Трэзи выноси. Я точно тоже сто лет сразу не танчу. Так ты в свету останешься. Так, бежим, на БДК падает. Итак, Мо говорит, и он сейчас танчит. Ну вот так вот заходишь прямо и ставишь его, так же как он сейчас стоит. Во тьме так же самое. В общем, спину к дереву, так это сечет. Так, играем Халиона, играйте мелкий трэш. ДК, введи сюда. Сейчас големов. Салон пройдет, я подойду. Играйте по большим големам РДД. ДК, прожимайте, заходи сразу. Четвертая пати остается, кроме демона. ДК, заходи.
Все, все, ДК, стой там, с големами. Заходим рейд. Конскюри тряснешь на Церезию. А во тьме смотрим, где печенька стоит, ориентируйтесь, чтобы Церезия не сбрила. Красьте, выноси. Угу, сейчас лезвие. Там выноси. Заходите. Кант, отойди, засосет. Дайте там на копара какие-то бафы минимальные. Так, следующее. Следующее шарик. Это метка. Пропускаете шарик ближе к морде. Только не под лезвие. Не под морду. Смотрите, как выносить надо. Метки нету, повезло. Вам срези. Диспальте его. Заливайте и на своим телом, как я говорил. Ну на кулак спина пой, крикнешь. Крася, выноси. Пятьдесят 3% свет, готовьтесь. БДК прожмешь незыблемость. После метки будем выходить, не раньше. Акма, лезвие. Смотрим метка, после метки выносим. Портал не залейте. Люция, выноси, портал не залей. Там портал, портал. Выходим. Так, выходим, свет. Рост свету, красьте, выходи тоже. Красьте, выходи в свет. Давайте, в свет, первая метка, ровно назад. Присты бьем через взрыв. В носок выноси. Так, смотрим, метеорит сейчас будет падать. Бежим. Бежим. Напуливаем тэш на протопала, смотрим лужу. Лужа в рейд. Так. Рост во тьме, рост во тьме. Играем, РДД большие, милики маленькие, свету. Сова не бей, да. Побольшого слей. Краска, леса и бёрна. Сова, играй большого. Играем по халёну, свет. Краска, леса и бёрна. Он лежит правее чуть. Бежим, бежим. Все, потом риснешь. Беги, беги, потом риснешь. Так, смотрим. Свет, стоп. Свет не бьем, 40%. Все, можешь его резать, короче. Давайте, два мира играем, как обычно. Большие, маленькие, больших РТД, мирики маленьких. Тьма не бейте. Тьма, стоп, ДПС. Сова, бей большого, не кастуй грозу. Давай, я тебя кикну, если ты будешь бить грозу, если я увижу. Играйте по Халеону. Бомбочка, реса и ДЦ. Бежим. У нас Бёрна нет, у нас один хил сейчас. Бёрн, скажите, как... Все упали, падайте. Бёрн, ты тупой? Почему ты каждый раз в каждом рейде падаешь от метки? Ну что с тобой не так? Ты не можешь вынести нормально. Это неправда. Там, по-моему, не метка, я не знаю, как это моментально убило. Что это было? По-моему, нет. Это было дыхание. Это было дыхание 30 тысяч. Ты что, под морду как-то вышел или что? Знаю, лезвие началось, начал бегать. Что значит началось лезвие? Вы что, первый раз тут? Нет. Ну как можно вообще под дыхание выносить? Это же, блядь, вынести под дыхание, это вынести вообще ничего. Хер знает куда. Ну а что ты умер? Не знаю, наверное, лезвие. Рейд, блять, фуловый. Завязывайте хуйней страдать. Убиваем, идем в ВК. На третьей фазе все РТД бьют большого. Все милики бьют маленького. Сова, не надо бить грозу, мелкий трэш. Ты можешь дать звезды только после того, как напулят мелкий трэш, когда он будет на протопале.
И ТЦ возьми, там тебе скажут, шаман, когда им спит, он по тотем, вас больше маны риснете. Давайте, фулбафы. Рамблер, Вериет. БДК, тебя ждем, Каймадри. Так, давай, все тут, все готовы. ДК. Начинай, заходим за линию. Близко в Зихарёна не стойте. Бежим. Смотрим в лужи. Рейд. Бёрн, леса и войда. Морозьте. Не надо ничего морозить. Спиной только не танчик, когда выносишь метку. Подведи мелкий трэш ближе к Халиону на первой фазе. Не стоит так далеко, пусть его мирики сливают. Бежим. Бежим, падает. Смотрим лужи. Рейд. Я нормально. Клерик, выноси. ДК, прожимайте, заходи сразу в рейд, скажу, когда заходите. РД играйте по большим. РД дот эти больших. Заходите, рейд. Заходите. Кильте клерика. Клерик, если мы падаем. Падает. Один, дай каплю. Как каплю, падаем. Быстро. Зашли люди в сумрак, и все стали в метку дружно. И стоят, не выходят. Нет, там баф вот с этой лужи он убил вместе с Сауе Дамаг. Да, там все живы были, сначала Иршан, потом остальные стали в уже и не выходят. А чё это этот клерик так вынес, что ли, или чё? Так долго выносил? Не понял. Кто это был с большой, с такой меткой? Сейчас пролистаем. Что-то пристал метка, да, клерик. Не убьем, он юркнутый.
Если у Лока есть демон, я могу зайти на шипы. Не, не надо, дайте шкаф. Шкаф. Институт давайте в бафы. Так, дайте пристабов. У этого пристав по какой-то причине бан в нашем РК. Наверное, что-то плохое говорил, бан дали. У клирика? Не да. Было. Ну, он мне в ПН написал. Давайте, человек. Пул. Так что теперь маргеры ни на кого не ролят. Нет, я паролю на Костю, сейчас, секунду. На кого? Где это? А кто это? Это Костя. Какой еще Костя? Он же не с кнутом. И что? Он со мной в льду ходил частенько. Я готова. Мира, ничего не хватает. Так, готово? Ну давай, ДК, начинай. Дэйв, не сорви игру, тут станки, ну, лакма, не знаю. А это что за говно? После это дыхания ритал сделайте. После дыхания. Все, можете ритал делать. Ой, выноси. Ну ладно, так, будем, смотрим, бежим, падает. На третьей фазе аукнется эта хуйня. Смотрим лужи. Нормально. Ну, с этой стороны больше мест. Беги, малыш! Ой, выноси. Бежим, его выровнять, пока еще есть время. Да уже пусть так стоит. Лужа в рейд. Бьерн вес и носка потом. КД 4 минуты. Носок ты тут? КД 4 минуты. Бомбочка. Так, он походу не тут. Так, милики, играйте мелкий трэш. Не ДК не заходи, подожди, подожди. Пусть лужа пропадет. Дозайте пока больших. Крик хп обновляйте. Все, ДК заходи. ДК заходи. Рейд заходим. Так, во тьме нормально стоит. Как страшно. Смотрим, печенька. Печенькой стоим. ДК, сделай пару шагов на себя. Бомбочка, выноси. Мы все вынесли. Заходите. Этот Акма сделает два шага на себя. Потяни. Тяни, тяни, тяни. Не бойся, еще чуть. Все вот так. Че, мне ровно стоял, что ли? Ну, надо было чуть потянуть. Как выйдем, бомбочка, и снёшь носка. Да, он тут. Вот сейчас ты его неровно поставил. Зачем вы говорите тянуть? Даже дыханием их не сбрил. Он, не знаю, как у меня нормально стоит. Марк, залить. Дайте инер своим хилам.
53, Свет, готовьтесь, после метки будем выходить. Портал не залейте. Бомбочка выноси. А порт тут? Там портал. Так, давайте первое. Выходим, короче, все, кроме первой пати. Выходим быстрее. Дима, резай носка. Ох, что-то криво стоит. Бежим. Смотрите, как лужи будут литься внимательно только. Маргери, выноси. Куда? Так, давайте рост во тьме, играйте по трэшу РД большие, милики, маленьких. Да, рост во тьме. Свет Харидона не бейте, только трэш. Ну, блядь, чё вы его переводите? Не бейте, Свет. Бежим. Сейчас мой, да? Да. Не бьем Халеона. Играем по трэшу, большие и маленькие. Донер, выноси. Конечно, имею в тьме тривар, охуенно не имеет скрика на хп. Дайте. Нет, он лопнулся. Играйте два мира, как обычно, большие и маленькие. Тебе Халеона, Свет. Я не могу выносить. Кидал сейчас спидом, да? Нет. Так, бежим, падает. Хорошо, сейчас поем. Смотрим лужи внимательно. Внимательно смотрим. Так, Свет не бьем, Свет не бьем. Донер, давай гимноману. Донер, гимноману. Свет, только трэш бьем, Халеона не трогаем. Сейчас твой. Два мира, как обычно, играйте. Чего, просто не дохил? Падай. Падай. Да, падайте. Минус 4. А ты, Бьерн, себя хилишь, когда бежишь по стене? Я себя захотал. Обычно мне еще кто-то какую-то быстринку даст, и все нормально. Тут вообще ничего, ни щита, ни быстрины, ничего. Я, короче, когда за друидов вношу там этот жизнецвет, ну, 2-3 стака успеешь там повешать, пока к стене бежишь. У меня быстрое восстановление на КД просто было. Ты когда во тьме хилишь, просто омоложение и восстановление на тебе должно по КД висеть, а когда тебе метка кидается, можно это себя быстрину кинуть и буйный рост. Быстрину я себе никак не кину. Ну, быстрину этот, буйный рост. Две хоты было. Я надеялся, хоть кто-то хоть щит даст, вообще никто ничего не дал. Ну, ДЦ ты должен метки захиливать, слышишь, ДЦ в РК? ДЦ, слышишь? Ты видишь, метки выносят хилы, особое внимание, не потеряй хила. Ты не захилишь с Ршамой вдвоем. Ршам 6к, хиль метку, хиль Ршаму и Рдру, и танка не ранит. Ты что, шутишь, что ли? Два хила, чтобы хилили метку, а один РШМ не фуловый хилил танка, что ли, пока выносит? Да просто щит хотя бы дали, я бы не умер. Ты и то надо хилить, блять. А как ты будешь? Я не знаю, метку выносишь, там пол хп просаживаешь, танка на пол хп просаживаешь. Хилишь и там, блять. Кидаешь какую-то хуйню, обновление на него кинул и забыл. Щит на него кинул. И все. И танка хилишь, исповеди. Вот священный щит и кидай, и флешка подхиливай. То же самое могу сказать. Ну, я не успел, он сдох, блядь. Так, ладно, давайте фулл бафы. Что, мага баф еще дайте. Чек на пул. Сейчас блоки раздам.
быстро, и я когда вижу, что там просаживается, я юзаю сразу быстрое восстановление. Толку на себя оставлять, если вообще мне метку не даст. Вары, ничего не жмите. Влад, дайте по коту. За что не жив? Кровавый ярость не жив. Акмат тут? Давай, заходим за линию, Акмат, начинай сразу. Кто-то там блин выноси. Бежим. Смотрим, как лужа будет разливаться. Смотрим в рейд. Метку хвосту через хвост возвращайтесь. Ладно. Зарак без мышки. Бежим. А, нет, все нормально, все нормально. Так, смотрим лужа. Нормально. Играйте по трэшу, ДК заходи сразу. Играйте по трэшу пока. Заходим рейд, хилы заходите. Почему ты туда несешь под дыхание? Ты невменяемый, что ли? Кошмар. Угу. Так выносить не надо, так вы на дыхание режетесь. Красиво выноси. Выходите. Вот так вот нормально выносить. Вообще вот так вот всегда нормально, кроме подрезья, выносить. Заливайте иннер своим хилам. Я не молчу, у тебя капля осталась? Да я молчу пока. Пятьдесят три, готовьте свет, после метки будем выходить. После метки, портал не залейте. Спортхил выноси, выходим в свет. Так, выходите, рост цвету. Свет, первая метка ровно назад, дурнер. Бежим. Вот прям лужа, в рейд. Аккуратно стреляешь, но пула нету. Будет выносить, диспел. Так, рост во тьме. РТД больших, милики маленьких. Халю на свет не бьем. Бомбочка огромная. Так, играем по халю на свет. Диспел. Куда ты несешь? Пиздец. Так, падает, бежим.
Смотрим, стоп, по Халёну свету. Свет не бьем Халёна. Смотрим лужи в рейд. Играем по трэшу свет. Свет только трэш. Играем два мира, как обычно. Давайте, ну пусти это сделали. Нам беги, блядь. Тьма, стоп, бежим. Не тьма не бьем. Как вы что, долбитесь во что-то или что? Все. Смотрим, напуливаем трэш. Только хилом кидай. Краси, не давай звездопад под трэш. Это он только выходит. Играйте по трэшу, большие и маленькие. Да, Краси, Ресса и Анафета. С Ридом только хилом во тьме. Свет не бьем, только трэш бьем свет. Краси, Анреса и Накрея сзади. Где-то тут, короче. Есть что залить в цвету Хазарака? Дайте Инер Хазараку, все друиды. Поворачиваем на рейс, смещаемся, рейс, смещаемся. Свет не бейте, Халёна свету. Ходить можно? Уже. Скажите, когда. Можно быстрее. Не бейте. 5 секунд. Диспел. К нам бегите. Только трэш бейте. К нам бегите. Давайте Халёна вообще не бьем свет. Добейте большого, добейте маленького. Кидаю. Давайте, короче, бьем Халёна чуть-чуть, подбиваем. Следующий тики. Уже кидаю. Да все, Халёна свет не бьем. Смотрим, бежим. Напуливаем трэш. Мы во тьме давали шаману. Так, напуливаем трэш и все играем по Халёну. Напуливаем, а все по Халёну. Трэш не бить. Кидаешь. Блядь, отдавайте свои бурсты, прожимки. Блять, тупой варс. Да куда там все залито? Куда не стилит? Играйте по Халёну, трэш не бейте. У нас шаман пустой во тьме, давайте быстрее. Дайте там ему руки паладины. Никуда не забыл. Играйте по Халёну, ну шаман можешь вынести. Насрать на метеорит, просто бейте. Все, молодцы, меняли снизу. Вар, одеваешь да, щит да. И нажимаешь глухую оборону. Сделай себе макрос. Когда ты несешь в 10 тысяч меток, нажимай глухую оборону. Бой, Уэймар. Ты просто ты быстро просил. То есть можно одну метку в другую, если там нету места. Глухую просто оборону. Нужно прожаться. Рольте на мейнспик, короче. Пиздец, нет у меня пала, нахуй. Ну, на уходе. Третья будет турецкая или все? Да не все. Вот так, ну фак, а не тебе надо? Или так кинул просто? Ну вообще так кинул просто. Кому там, если надо, вам паладину, он больше пойду, чем мне. Каскрит, там сало тебе есть, тебе надо? Да, это ноу. О, тапочки, ничего себе, бисовые, да? Да. Если на твина ЕП хочешь, с этой пати выходить надо, наливать? Да. Да, надо кому-то. Ну да, я сейчас на демона зайду. Каймадри. Чешка, надо кому-то. На мейнспек. Нахуй, без свои тапки нахвал. Заходите за ИП. Она вроде за 10 дается, Вань. Она ну, такая, не очень. Она за 10, сейчас. Может, у нее один танк не носит. Ой, чё?